Здравствуйте! Вы попали на кулинарный канал доктора Скачко. Если вы искали, как похудеть и снизить вес быстро, эффективно и безопасно, вы нашли нужное видео. Более того, в этом видео вы узнаете очень важную информацию. Много диет для похудения, снижения веса имеют одно осложнение. Очень часто возникает запор, обостряется простатит у мужчин, геморрой у мужчин и женщин, и по этой причине вы диету вынуждены закончить. Если вы не знаете секреты диетолога, как все же худеть правильно. И в этом видео вы узнаете не просто как похудеть, снизить вес без запора. Вы еще узнаете, как улучшить работу иммунной системы, чтобы у вас улучшилось во время диеты для похудения состояние кожи, волос, ногтей, чтобы вы не попали в депрессию, чтобы избавиться правильно от вздутия живота, урчания, улучшить работу печени, почек, суставов. И, иными словами, все эти бонусы вы получите, если будете следовать рекомендациям диетолога Скачко правильно. Все же я автор более 50 опубликованных книг и брошюр. У меня есть какой информацией с вами поделиться. И, пожалуй, самый простой способ похудеть и снизить вес, если к любой выбранной вами диетой для похудения, неважно, это ваш диетолог вам назначил, либо вы сами в интернете нашли диету, считаете, что она вам подходит, вы перед едой должны приготовить правильный имбирный чай. В этом случае что вы получаете? Имбирь улучшает работу пищеварительной системы, помогает вам переварить пищу и снижает кардиологический риск, с этим связанный. И если вы хотите подобрать правильный имбирный чай, ссылку на видео вы видите. 24 способа, как приготовить имбирный чай для похудения, в этом видео есть. И вы можете выбрать лучший для себя по своему уровню здоровья и выбрать самую лучшую, самую высокую скорость или самую безопасную скорость снижения веса для вас. В зависимости от условий приготовления имбирного чая, он меняет свои свойства, по-разному влияет на пищеварительную систему, на сердечно-сосудистую. И вот здесь могут быть ошибки, но если вы не знаете, как готовить имбирный чай правильно. Если вы знаете только один способ, в этом видео вы найдете целых 24 способа, как приготовить имбирный чай, и выбор у вас будет, как готовить его правильно. Но имбирный чай не без осложнений. Имбирь, одна из особенностей его действия, усиливает кровенаполнение в органах малого таза. Иными словами, и геморрой, и простатит обострить может самостоятельно. И вот чтобы у вас это осложнение не возникло, нужно использовать правильно еще один секрет диетолога Скачко. А именно, правильно приготовить семена льна. Видео о том, как использовать семена льна для очищения организма, для похудения, на моем канале тоже есть. И ссылочку на видео, как правильно приготовить семена льна для похудения, тоже вы сейчас увидите. Коротко там подробнее. Тут коротко скажу. Не стоит вам готовить кашу из семян льна. Опасно это занятие. Не стоит вам готовить семена льна с кефиром для похудения. Также очень опасно. И настой на водяной бане из семян льна для похудения тоже вам вряд ли поможет. Он имеет свои тоже сложности в применении. Только холодный настой из семян льна помогает правильно очищать кишечник и безопасно снижать вес. А как скомбинировать правильно? Имбирный чай, правильно выбранный и подготовленный, вы пьете перед едой. Настой семян льна, полученная слизь, употребляется после еды. Количество зависит от работы вашего кишечника. Чем более склонны вы к запору, тем больше семян льна и слизи из семян льна вам нужно готовить на ежедневный прием, чтобы у вас не было запора. А имбирный чай сделает свое дело, улучшит работу пищеварительной системы, насытит ваш организм, самое главное, аминокислотами. Для того, чтобы в иммунной системе были белки и не было снижения иммунитета. Для того, чтобы нервная система получила нужное количество белка и у вас не было депрессии. Для того, чтобы работали эффективно фильтры печени, почки, вводя белковые токсины. Ну и чтобы, в конце концов, и ваша кожа получила нужное количество белка. Чтобы у вас не усилилось выпадение волос, не ухудшилось состояние ногтей. Ну и, собственно, кожа выглядела очень хорошо. Ну а уменьшение вздутия живота, урчание, улучшение работы пищеварительной системы — это такие бесплатные небольшие бонусы, которые вы тоже получаете, но с ними связан очень серьезный кардиологический риск. Если у вас вздутие живота остается, кардиологический риск тут как тут. И вы рискуете своей жизнью, но если готовите правильно и применяете правильно, вы движетесь к точке, которую вы хотите достичь по снижению веса, наиболее быстрым и, самое главное, безопасным способом. Попасть в эту точку можно, вопрос сохранить еще здоровье и жизнь. Вот на это и направлены мои видео. Ссылки вы видите. Если пропустили, вернитесь, перемотайте видео к началу, просмотрите
эту информацию, чтобы вы не искали по интернету. Ну, а на этой позитивной ноте это видео буду заканчивать с привычными подписчиками моих каналов словами. Крепкого здоровья и разумного к нему отношения. А пока вы думаете, кому отправить ссылку на это видео? Ну, я думаю, что можно поставить лайк. Если вы считаете, что кто-то из ваших друзей, родственников мог совершить ошибку, ну, дайте ссылочку на это видео, сделайте репост. Можете отметить свое мнение в комментариях. Все прекрасно. И каждый следующий зритель моего канала получит еще больше информации, чтобы жить лучше и дольше. До новых встреч на моих видеоканалах «Доктор Скачко» и «Школа доктора Скачко» — это YouTube, а также «Школа доктора Скачко» в Instagram.